Если у структуры не объявлено конструкторов, то компилятор сгенерирует ей конструктор без параметров, который еще называют конструктор по умолчанию. Если же у структуры объявлены какие-то конструкторы, то компилятор уже не будет генерировать ей этот конструктор, и в том случае, если он вам нужен, его нужно будет определить самостоятельно. Давайте посмотрим на примере. Рассмотрим структуру, описывающую отрезок, у которой есть только один конструктор. Конструктор, который по двум точкам создает соответствующий отрезок. Для такой структуры нельзя будет определить переменную, не указав аргументы конструктора. Потому что при такой записи вызывается конструктор по умолчанию, который у данной структуры отсутствует. Поэтому такая запись вызовет ошибку компиляции. Однако можно будет создать переменную типа отрезок, указав аргументы конструктора. В данном случае создается отрезок, соответствующий точке 0,0 и точке 2,1. Точка 0,0 создается созданием временного значения типа point с вызовом конструкторов без параметров, а значение второй точки задается созданием временного значения типа point с вызовом конструктора от двух параметров.